Приветствую, дамы и мужики, Red Days на связи и готов внести немного позитива в несколько депрессивную повестку моих последних видео, а потому сегодня у нас симулятор рыбалки, коим и является тундра. Для первого в некоторой степени пробного выпуска я подобрал весьма дерзкие места, куда и проехать не так легко, и вломить там могут без первого и последнего предупреждения. Ну и мой выбор это, конечно, М18 Hellcat. На чем же еще искать неприятности на свою фольгированную жепу, как не на старом, добром, адском коте? Хе-хе. А посему, вот вам мой первый проезд. Карта Золотой Карьер, маленькая вариация, восточный-нижний спаун. Я срываюсь и прямо по главной дороге лечу на дальний отвал, который вообще-то стоит на вражеской стороне карты, но мне пофиг. Я М18, мне можно, но очень осторожно. Вообще, за такой прикол можно получить не иллюзорных, что со мной произошло в итоге, из-за уничтожения игроков, проехавших пару сотен метров от своего респа, вы станете целью номер один для мсти. А если мстя летает, то для Хеллкэта это приговор. В любом случае, это злая позиция для ловли танкистов на разъезде, а на маленькой версии карьеры там может ехать до половины вражеской команды. А еще оттуда точку Б видно. Хер. Отдельно хочу выделить аномальную живучесть, которую в последнее время приобрел М18. Не знаю, как у вас, но меня на регулярной основе не могут сваншотить такими снарядами, таких калибров, которых устрашится иной тяжелый танк. Но, как известно, лучшая броня в тундре — это ее почти полное отсутствие. Что поделать. Вторым местом для рыбной ловли в этом выпуске станет золотая классика для любого танка с башней и нормальным, то есть не советским, УВНом. Эля Ламейн, маленький, северная часть карты, если нас закинуло на южную часть карты в этой маленькой вариации, то радуемся и бежим на центр через ущелье, не забыв повернуть налево в этом самом ущелье. Так быстрее примерно на 10 секунд, что может быть критично, если вы туда катите не на ЛТ, а на, скажем, 34-ке. Пролетаем центр и вкатываемся на гору, благо ее улитка маслом пока не намазала. Лезем вверх, пока не окажемся на небольшой площадке. Все, отсюда можно рыбачить буквально во все стороны. Клоуны, что бодаются на тяжах внизу, нам никакой угрозы не представляют, зато с этой позиции, ползая вверх-вниз, можно рыбачить почти все. И центр карты с прострелом почти всего города, и камушки с тяжами и самоходками прямо под нами, и проезд на замок, и даже тех, кто выглядывает из арки на точке С, или просто мимо нее едет. Шикарное место, разве что никакой растительности там нет, и обиженный Литадл может легко найти на умного рыбака управу. Место настолько удачное и какого-то хрена малоизвестное, что я оттуда накидал на М18 ядерку, попав, разумеется, в самое дно списка, куда ж без этого. Ну и последнее на сегодня, но далеко не последнее в моем списке рыбных мест, маленькие Ардены, зима или лето, неважно, южный респ. Летим вдоль города по левой стороне, встречаем вражеский ЛТ, вступаем в бой, либо ждем вражеского разъезда и просачиваемся на холмик слева от точки А, никого не трогая. Оттуда мы видим буквально все разъезды с вражеского респа, оставаясь в надежном укрытии. В начале боя такой наглости никто не ждет, а значит танкисты спокойно себе едут и ловят подачи в борт. А несколько домиков слева и возможность переехать за холмик правее позволяет даже прятаться от лётки и обманывать тех, кто приедет по твою душу после пинга по карте или как следствие огребания от твоей персоны. Единственная рекомендация по этому месту — не стрелять второй раз по тем, кто не проигнорировал первую тычку и теперь так пристально пялится на вашу позицию. Ну и последнее. Старайтесь никогда не воспринимать информацию всяких интернетных деятелей типа меня как истину в последней инстанции. И это касается не только War Thunder. Каждую тактику, каждый маневр, каждое действие можно оптимизировать и еще лучше, выполнять быстрее и точнее, выбирать для этого наиболее подходящую технику и время. Аут Винчере, аут Мори, Red Days, конец связи.